Это точно ад! Я мог бы здесь жить! Это царство бесконечных страданий. Преисполнись скорби. Это подходит для нашей работы. Преисполнись скорби! А ты сам-то себя слышишь? Вульгрим говорил о четырех маяках, которые нужно зажечь, чтобы открыть вход в храм. Ну так за дело! Yeah!
могу сказать по поводу ада. Он просто огромен. Тем больше у нас причин действовать быстрее. Люцифер переманит всех на свою сторону, пока мы его ищем. У Совета наверняка огромный зуб на старину Люции. Я ему не завидую. Он нарушает равновесие. Мы не знаем, что он натворил. Наше дело правое. Иногда нужно задавать вопросы. Хватит играть в солдатика. Но, наверное, делать наше дело проще, если причина не нужна. Брат, прошу тебя, давай немного помолчим. Ah!
дождям.
уничтожим! Я отдаю битве всего себя! Остался один.
Thank you.
Вульгрим мог бы предупредить, что тут все разваливается на куски. Место старше его. Действуем осторожно. И ты мне говоришь об осторожности? Опасность за каждым углом. Как здорово, что ты посвящаешь меня во все детали.
рушится! Поторопись, брат! Поторопись, брат.
Я кое-что чувствую. Да что это за артефакт? Он вибрирует. Чувствуешь? Он полон какой-то энергии. Может, он как-то связан с этими странными глифами? Вы посмотрите, сила и ум. Братец, я уверен, что дорога есть. Надо использовать голову. Обычно я использую свою голову как таран. Thank you.
И снова раздражающие загадки. Отношение к нему имеет тот парящий труп. Вероятно, помогает нам найти Люцифера. Верно. Если только эта штука не наделит Вульгрима безграничной силой, и с ее помощью он не поработит Вселенную. Твое воображение безгранично. Эй, это возможно! Да, оно прекрасно. Может проникать во все измерения и открывать то, что желают скрыть. Тебе нужно побыть наедине с этой сферой, Вульгрим? Если соединить его с тлеющим сердцем, мы сможем выследить Люцифера. Сейчас я прочитаю заклинание. Простите, Дарвард. Мне нужно было немного убраться. Самаэль, что бы ты там ни задумал, сейчас все это закончится. Рассказывай нам все, что знаешь, или отведаешь моего клинка. Я не в том состоянии, чтобы сражаться с тобой, Самаэль. И как я уже сказал тебе, я не имею никакого отношения к вашему себе. Я покрыл этот парник волной, а я дал вам радушный прием. Если под радушным приемом ты понимаешь то, что он заставил нас облазить все уголки ада в поисках разных безделушек, то да. Тихо! Око обнаружило следы темной сущности Люцифера. Похоже, он побывал в гостях у демона Мамоны. У Мамоны? Люцифер договаривается с владыками ада? Да, с этим надутым червем. Почему бы вам, всадники, не постучаться в его дверь? И не принести мне его голову. Мы не мальчики на побегушках. Мы служим лишь совету. Я помогу вам найти остальных владык. Если они примкнули к заговору Люцифера, найти их нужно нам всем. Начнем с Мамоны. Этот временный альянс продлится до тех пор, пока мы не раскроем заговор Люцифера. И ни минутой дольше. Конечно. Удачной охоты, всадники. Я не прощаюсь.